К осенне-зимнему периоду почти готовы. Администрация округа проверила наличие запаса топлива в населенных пунктах, паспорта готовности на жилые дома, учреждения и объекты энергоснабжения. Доставка топлива в этом году прошла успешно, с ним проблем нет. Объекты ЖКХ в рабочем состоянии. В Заполярном районе и на Ренмаре завершают ремонтные работы, после чего можно будет констатировать стопроцентную готовность к зиме. Великовисочная, Амдерма, Оксина, Тельвиска и Красная подготовились к наступлению холодов заранее. В Андиге возникли проблемы с доставкой угля населению. По словам заместителя главы администрации Заполярного района Олега Холодова, развоз угля по домам – заботы муниципалитета. Район доставляет топливо только до населенного пункта. Из-за раннего наступления холодов в Нижней Пёше замерзла баржа со стройматериалами. Сейчас она дожидается буксира. На Льминосе ремонт одного из домов завершат лишь к 15 декабря. В целом муниципалитеты обещали предоставить паспорта готовности к середине ноября.